Так, сейчас покажу, что у нас в этой теплице есть выборочно на весну. Начнем отсюда. Будет инжир в стаканчиках. Будет павловня в стаканчиках. Будет виноград в стаканчиках. Дальше, значит, будет малина. Малина есть прошлогодняя. Это вот которая посадка была прошлой весной, в мае. Вот за лето она выросла у нас хорошо. Укоренилась, прям мощные корни у нее. Мощный стебель одревесневший. Есть такая, и будет еще свеженькая крапивка. Виноград, те, кто заказывают на, как бы сказать, ну, на позднюю весну, там на апрель, на май, тем виноград мы пересаживаем вот в такие стаканчики. Сразу подписываем, чей это заказ. И они, если даже почки откроются, то ничего страшного. Вегетирующими саженцами они поедут уже к своим клиентам. Ежевика. Ежевика есть вот такая, вот с таким приростом, это прошлогодняя. И есть, которая мы только посадили. Вот она. Ну и вот она, допустим, да. В ящиках, которые посадили, которые будем из ящиков пикировать. Ну, она будет готова только в мае. А эти саженцы, они готовы в любое время, их можно взять, высадить. И они, вот видите, заказ, вот допустим, у меня чей-то на виноград. Я его посадил в стаканчики, хоть это мне и дороже обходится. Представьте, стаканчик мне, торф, это пересадка. Но зато клиенты его получат уже укорененные. В любом месяце весны, можно даже лет его посадить. Так, дальше. Голубика, да? Сейчас покажу голубику. Так, ну это инжир. Так, инжир. Дальше. Дальше что еще? Это стаканчики мы посадили, они пока еще не готовы. Есть еще клубника в стаканчиках. Ну, там, в принципе, обычная ЗКС, да? Вот такая. Но они будут очень хорошего качества к весне, они будут готовы. Дальше. Голубика есть несколько видов. Есть, ну, допустим, дюк, да, на примере дюка возьмем. Есть дюк по 250 рублей вот такой. К весне он будет побольше. Есть вот такие вот по 250 поменьше. Ну, тут разные сорта, да. Вот такие есть, вот видите. Вот Чандлер, вот такой, Блю Гольд. Это вот поменьше, что тут у нас. Элизабет. Ну, вот эти маленькие по 250 рублей. Есть. Так, ну вот малина Моровила. Есть вот такая. Она уже укорененная у нас в стаканчиках. Это заказ стоит чей-то. То есть это прошлогодняя крапивка. Поздняя посадка была. Одревесневший ствол у нее. И там хороший сформировавшийся корень. Дальше это маленькие вот Денис Блю по 250 рублей. Дальше это Моровила тоже все стоит. Так, тут что у нас? Таруса. Мелочевка крупную мы все выбрали и сложили в холодильник. Овация мелочевка крупная тоже в холодильнике. Это Амира. Пшехиба мелочевка. Крупная пшехиба у нас с большим приростом. Где-то по 30-40 сантиметров мы оставляли прирост. Она у нас в холодильнике. Так, дальше. Дальше, что тут у нас? Это маленькие по 250 торов, вот такой вот. Ну, это он сейчас маленький, к весне он будет побольше. Так, из больших есть по 500 рублей, которые это у нас дюк.
Это Blue Crop Элизабет. Это вот из больших, которые по 500. И сейчас покажу. А, я туда в теплицу вынес. Сейчас пойдем до той теплицы, пойдем во дворе. Сейчас покажу. А, вот, кстати, павловния будет вегетирующими саженцами и будет вот таким вот одревесневшим приростом. В принципе, разницы нет. Что такое посадим, что из корешков посадите. Ну, в принципе, в развитии там разницы не заметите. Так. Так. Так, ладно, идем сейчас покажу в этом в теплице. Еще что есть. Ого, тут снег сыпет. Так, тут мы перенесли голубику. Там она нам чуть мешалась. Вот тут она у нас стоит. Это вот, значит, что у нас? Чипева вот с таким приростом по 350. Pink Lemonade, Bridget, North Country. По 350 вот такие. То есть они уже с почками, видите? Polaris, по-моему, тоже 350. Единственное, вот Elizabeth. Вот он, этот 500. Elizabeth, этот 500. И, по-моему, Джерси, вот этот 500. Но они прям совсем такие. Полметра тут уже у них есть точно. И вот такой Джерси. Да, вон бонус 350, вот этот. Ну, даже на таких маленьких, да, у них уже, гляньте, вот они, плодовые почки заложены. То есть, вот посадки, сигналки, уже попробуйте ягоду. Ну, тут у нас стаканчики, клубника тоже. Клубника вся в таких стаканчиках, как я показал. Так, ну все. Что еще? Кассеты. Пойдемте посмотрим. Тут у нас кассеты, значит, стоят. Здесь, по-моему, Азия, да? Азия. Азия стоит. Это у нас. Тут вся Азия, по-моему. Там дома у меня еще есть Алба, Квики, Мальвина, Купчиха, по-моему, точно есть. Мурану сегодня всю забрали. Мураны больше нет. Так, а вот еще Сандра. Ну, Сандра у меня кто-то уже, по-моему, ее уже выкупили. Да, Сандра уже, по-моему, выкупили. Ну, такая кассетка, в принципе. Ничего, как бы. Такого особенного у нее нет. Обычная 54-я кассета. Так, Сандра выкуплена, по-моему, там уже, не знаю, там человека 3 или 4 по одной кассете заказали. Все, это у нас. Ну что это у нас? А это вот, видите, ложки. Подписали фломастером, который Альба, да? Фломастером, который выгорает. И он выгорел, видите, хорошо. Подписаны сами стаканчики еще. Так, ну все, показал. Заказывайте на весну. Кассету мы перед отправкой, конечно, всю перебираем. Если какие-то вот такие вот там моменты, то они просто выкидываются и их не отправляем, конечно. Ну все. Не все, еще есть ОКС. На ОКС я сейчас видео ранее снимал, когда мы ее копали. И покажу, какое ОКС. ОКС очень хорошего качества. Прям, знаете, такие вот хорошие, такие бодренькие. С мощной корневой системой корешки. Я ее сейчас сюда добавлю. Это видео, когда мы выкапывали. У нас ОКС, в принципе, уже почти там 90% находится в холодильнике. Ждет отправки своим клиентам. Так, копаем заказы. Это Сопрано сорт. Такие вот корешки. Есть и прям хороший такой жирный калибр. Есть и чуть поменьше.
Вот такие вот с маточника. Эта посадка была май этого года. Вот такие нормальные. Все лето мы их выращивали, полоны обрабатывали, и вот к зиме получили вот такую вот рассаду ОКС. Схема посадки у нас была 1-10 метров между рядами. Ходили там изначально мотоблоком, обрабатывали. Ну а потом, конечно, когда усы уже пошли между ряди, то уже приходилось использовать ручную прополку. Вот. Зато зимой пожинаем труды